Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня вот пришла на очередную подвязку и прополку томатов и была приятно удивлена, что начали поспевать томаты даже в открытом грунте. До этого я вам показывала спелые томаты только в теплице. Это были там Настенька, Демидов. Сейчас вот начинает буреть алтайский сюрприз. Но вот эта поспела помидорка, которая вообще не предназначена была для раннего использования. Высадила я ее вместе со всеми. Открытый грунт. Наверное, сказалась аномальная жара, которая стоит у нас в регионе. И в открытом грунте томаты простые начали у меня уже спеть. Сейчас посмотрю, что это за сорт. Ну, простой томат, сорт элегантный. Пожалуйста, поспел 27 июня. Это, конечно, родновато. Я его и не выращивала для раннего использования. Но все равно мелочь, а приятно. Раз одна помидорка поспела, значит, скоро остальные тронутся. Тут у меня есть и джина, которая рано поспеет, и яблоки на снегу, бутуз, колобок. Все они были предназначены для получения, ну как, скороспелые, которые должны были поспеть в первую очередь. Завязи все очень хорошие. Везде то там видно уже такие помидорки такого цвета, что скоро начнут буреть. Так что вот у нас начинают в сибирском регионе из-за аномальной жары спеть томаты в открытом грунте, которые вовсе даже не скороспелые. Если вы хотите посмотреть, какие томаты я выращиваю в теплице, какие сорта уже поспели, какие нужно выращивать и высаживать для получения раннего урожая, заходите ко мне на страницу Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там все я описываю. Вот сегодня сняла видео, почему скручиваются листья у томатов, может быть, кого-то интересует, как расположить теплицу на участке, как собирать семена с цветов. Все, все, от овощей до цветов, все есть у меня на странице. Заходите, смотрите, добавляйтесь, друзья, будете получать все видеоматериалы и статьи. До свидания!